Технический университет имени Калашникова принял участие в традиционной выставке «Машиностроение, металлургия, металлообработка». Организаторами выставки в этом году выступили правительство Удмуртской республики, администрация города Ижевска и выставочный центр Удмуртии. На экспозиции ЖГТУ были представлены инновационные разработки практически всех факультетов учебного заведения. Широчайший спектр производства. Здесь плакат посвящен изготовлению корпуса неуправляемого ракетного снаряда. Этот проект запатентован и работает совместно с механическим заводом. И, соответственно, так все факультеты здесь представлены. В ЖГТУ имени Калашникова продолжается стажировка студентов Высшей школы прикладных наук «Асфалия» и слушателей русско-немецкой школы водоснабжения и водоотведения. В рамках практических занятий стажеры ознакомились с технологией водоочистки и водоподготовки Воткинского водоканала, а также побывали в чайковской компании «Эрис», которая занимается производством, поставкой, ремонтом, проверкой и калибровкой средств измерений. Компания по праву считается уникальной и единственной в стране. Сотрудники предприятия подчеркивают, что здесь применяются только самые современные технологии. Работы производятся исключительно на отечественной приборной базе и на базе отечественных же комплектующих. Мэр города Ижевска Юрий Тюрин вручил благодарности руководителям ряда муниципальных предприятий Октябрьского района за участие в благоустройстве улицы 30 лет Победы. Вручение благодарностей происходило непосредственно на реконструированной улице. Здесь полностью заменено дорожное полотно, по всей длине улицы проложены новые тротуары, построено несколько стоянок для парковки автомобилей, разбиты газоны. По словам Юрия Тюрина, в дальнейших планах благоустройства улицы 30 лет Победы строительство сквера имени Калашникова непосредственно на территории ИЖГТУ. Среди отмеченных благодарностями стал и ИЖГТУ имени Калашникова. Получив из рук мэра благодарность, ректор технического университета профессор Грахов отметил. Наш университет в этом году вообще вступил в такую, в хорошем смысле, борьбу за право называться самой благоустроенной территорией Октябрьского района. У нас великолепные соседи, у нас есть огромный интерес, потенциал, желание сделать территорию студенческого городка, нашего студенческого кампуса красивой, уютной, чистой, доброй, привлекательной во всех смыслах.